Сегодня мы превратим это вот в это. Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск Быстрого Тюнинга на канале Рыжий Кот. Это ВАЗ-2108 «Спутник», или же проще «Восьмерка». Он начал выпускаться с 1984 года на заводе ВАЗ. И каждый в Советском Союзе хотел купить себе эту машину. И она была легендарной. А это DeLorean DMC-12. На данный момент еще более легендарный спортивный автомобиль. Но так было не всегда. Его производство началось еще в далеком 1981 году. Но в отличие от восьмерки, желающих приобрести DeLorean было намного меньше. Но в один момент все изменилось. В 1985 году на экраны выходит уже ставшим культовым фильм «Назад в будущее». И именно это событие полностью изменило отношение к машине DeLorean DMC-12. А все потому, что главные герои фильма, Док и Марти, путешествовали во времени именно на DeLorean. На машину была установлена куча всяких приспособлений, и машина стала выглядеть реально круто. И именно после этого машина стала реально легендой, которую хотел заполучить каждый, кто посмотрел фильм. Кстати, историю DeLorean мы рассказывали в нашем прошлом видео. И если вам интересно, то можете перейти на это видео по подсказке на экране или по ссылочке в описании. Ну а сейчас давайте представим, что было бы, если бы фильм «Назад в будущее» снимали не в Голливуде, не в Америке, а в нашем с вами СССР, на нашем Мосфильме. И какую бы машину они использовали? Конечно же, восьмерку! Ну а как бы она выглядела в этом фильме, сегодня мы и узнаем. Да, Димон совершенно прав. Сегодня в нашем быстром тюнинге, которого так давно не было, мы будем превращать вот такой вот классический автомобиль из СССР «восьмерку» в настоящий DeLorean. Да, DeLorean, тот самый, но на Мосфильме. Да, на Мосфильме. Это будет колхозный немножко тюнинг, будет сделан непонятно из чего. Так же, как, наверное, и в советское время сделалась бы эта машина непонятно из чего. Из всякого барахла, которое нашли на заднем дворе. Ну? Кстати, придумайте название для нашей будущей восьмерки DeLorean. Мне кажется, я знаю, как ее назвать. Как? Спутник. Да, кстати, хорошее название. Это же... А вы напишите в комментариях, как бы вы ее назвали. Димон предлагает спутник. Но это же все-таки ВАЗ-2108 спутник? Да, абсолютно верно. В общем, еще раз повторяю, мы делаем колхозный тюнинг для того, чтобы вот эта вот машина могла сниматься в советской версии фильма «Назад в будущее». Должно у нас как получиться. Как вот это? Примерно вот такая вот машина, которая была в оригинальном фильме. Давайте вот так. Только включим. Я, конечно, не уверен, что у них в СССР найдется плутоний. Да, посмотрим, что у нас получится и как будет выглядеть наша вот эта вот классическая легендарная восьмерка. Ну что, пойдем резать да? и пилить. Вы следите за процессом, как это все будет происходить, результат мы вам покажем. А пока подумайте над названием. Да. Все, давайте, Димон вам сейчас расскажет, что мы делаем и как мы делаем. Да, let's go! Ну что, наконец-то приступаем, и для начала нам нужно разобрать машинку. Но у нас тут возникла вот такая вот проблемка. Нам мешает вот эта вот штучка. И нам придется отпилить ее дремелем. Это было громко. Но теперь нам ничего не мешает. И мы снимаем дверь багажника и стекла. А еще фонари. И вот кузов готов к дальнейшей обработке. Элементами машинки мы разобрались. Мы разобрали каждую детальку. Но сейчас пришел момент снять краску. И мы будем снимать краску при помощи вот такой вот смывки краски. Я не знаю, что из этого получится, но если у нас не получится, то мы будем
использовать что-нибудь другое. Для того, чтобы не смыть чего-нибудь лишнего, мы используем вот такой пластиковый контейнер. Получился результат. Я думаю, с этой смывкой получилось просто прекрасно. Но сейчас мы будем приступать к следующему этапу. А следующий этап – это распил кузова. Самая главная фишка Делориана – это двери типа крыло чайки. Для того, чтобы сделать такие двери на восьмерке, нам придется выпилить кусок крыши и прикрепить его к рамке двери. Мы придумали такой вариант. Мы приклеим специальные направляющие, которые соединят двери и крышу. Примерно вот в этом месте. А на самих дверях нам нужно избавиться от стандартных креплений. Так что пилим. Итак. Все лишнее отрезано, кузов зачищен, можно приступать к склейке дверей и крыши. Для этого нам потребуется эпоксидный клей, так как на обычном суперклее держаться ничего не будет и быстро развалится. А в качестве соединительных элементов мы используем вот такие маленькие гвоздики. Отрезаем шляпку. И сгибаем их по форме кузова и прихватываем на суперклей. Вот так это выглядит изнутри, но снаружи ничего не видно, и это хорошо. Теперь замешиваем наш двухкомпонентный эпоксидный клей и аккуратно наносим на направляющие. Надеюсь, клей качественный и все будет крепко держаться. Клей застыл, и вот что мы получили в итоге. Неплохо! Чуть позже мы его подровняем наждачкой. Ну а теперь можно пилить крышу. Окей, одна сторона готова. Диск пилы хоть и тонкий, но тем не менее разрез получился широковатый и не очень аккуратный. Но это не важно, главное, крыша держится. Вот так теперь выглядят двери нашей восьмерки. Мне нравится! Проделаем все то же самое со второй дверью. А вот так выглядит кузов без дверей. Следующий, очень важный элемент – крепление дверей к крыше. Для этого мы использовали такой же гвоздик без шляпки и просто приклеили его к верхней части двери. А на крышу машины с внутренней стороны приклеили пластиковые петли. Эти петли мы сделали из того, что было под рукой. В них вставляем дверь, и по задумке все должно работать. Проведем небольшой тест, и все работает! Супер! Можно двигаться дальше. А дальше нам предстоит подобрать подходящие колеса, точнее диски. Покопавшись в нашей большой коллекции машин, мы выбрали несколько наиболее подходящих. Как вы помните, у Делориана диски с тонкими спицами. Таких нам найти, конечно же, не удалось. Но более-менее похожие мы все-таки нашли. А еще нам пригодятся фары от семерки. Они ровной прямоугольной формы. И если их немного подрезать, они идеально встают на восьмерку. Оригинальные восьмерочные фары вообще никуда не годятся. Смотрится как надо, но... Они прозрачные, и надо что-то с этим делать. Нам поможет фольга.
Берем самую обычную фольгу от жвачки и подкладываем под фару. Так как фольга с текстурой, создается эффект настоящих отражателей в фаре. Просто отлично! Лучше не придумаешь. Двигаемся дальше. Теперь нам потребуется куча разных проводов, микросхем и прочей нерабочей электроники. Это все нам понадобится для заполнения внутренностей машины и наполнения ее задней части. Ведь именно там у Делорена все самое важное, в том числе и плутониевый реактор. Ломаем корпус старого зарядника и... бинго! То, что нам нужно. Куча транзисторов, резисторов и прочих конденсаторов. Вот такую красоту нам удалось из него достать. Ну а сейчас покраска. Вот так вот мы склеили наши двери. А все это для чего? Правильно, для того, чтобы нам можно было легче их покрасить. Да, это будет гораздо удобнее. То есть мы приклеили нашу дверь, мы делаем так всегда. И вот и так вот. И даже кузов. Да, и даже кузов у нас также сделан. Это для чего? Для того, чтобы мы вот так пока красим, чтобы мы саму детальку не трогали и краска не размазалась, да, случайно руками ее не размазали. Да, и, кстати, мы купили вот такую вот серебряную краску, но мы решили, что просто отполированный кузов, это и так похоже на DeLorean. Да. И мы взяли вот такой вот матовый лак. Короче, да, вот у нас есть вот такая вот краска, классная, да, красивая, она выглядит прям как вот металл полированный. Вот это DeLorean. Да, но мы посмотрели, что DeLorean это машина вообще, которая не красилась, она за счет этого была дешевле. Там был просто полированный металл, поэтому мы нашу машину тоже отполировали как следует. Это DeLorean, кстати, тоже фирменная, она тоже просто как будто бы отполированная. Вот, и решили, чтобы не пачкалась она, мы ее покроем вот этим матовым лаком. Вот этим вот лаком. Да, это просто матовый лак. И получится у нас результат, я надеюсь, похожий на DeLorean. Да, и вот какой мы бардак тут навели. Ой, да, бардак у нас тут вообще капец на столе. Но быстрый тюнинг всегда так делается. Да. Поэтому мы его делаем не часто. Да, ну что, погнали? Да, все, идем в покраску и наносим наш лак. Да. А потом продолжим. Да. Так, кошка там что-то. О, кошара, ты что творишь? Не кошара. Рыжий кот, Люся. Люся, кс-кс-кс-кс. Она всегда с нами. Смотри, там портальная пушка, сейчас куда-нибудь телепортнешься. Переходим к созданию выхлопа, а точнее сопел нашего реактивного двигателя. Из пластиковой карты вырезаем вот такие элементы. Примеряем их на кузове и, если все ок, склеиваем воедино. Из шлейфа для жесткого диска вырезаем узкие полоски. Это будет накладка на бампер. Внешне очень похоже на то, что было на DeLorean. Из этого же самого шлейфа изготавливаем еще один элемент. Он нужен был для телепортации машины. Как он называется, я не знаю, но он необходим. Теперь мистер Фьюжн. Берем колесо от восьмерки, снимаем покрышку и вставляем в нее конденсатор из блока питания. Мистер Фьюжн готов! Он будет располагаться в багажнике между турбинами двигателя. И изготовили еще один красивый и важный элемент. Стоять он будет тут, как раз позади мистер Фьюжена. Тем временем готовы наши турбины. Склеены и покрашены. Смотрится прикольно. А теперь еще одна отличительная особенность DeLorean. Задние фонари и номер. Они имеют совершенно уникальный внешний вид, по которому можно точно сказать, что перед нами именно DeLorean. Чтобы сделать это на восьмерке, мы нарисовали в фотошопе копию фар и номера, но только с учетом масштаба нашей машинки. Вырезаем и прикидываем, как это будет смотреться. По-моему, очень даже похоже. Немного правим размер и распечатываем еще один вариант, но уже на хорошей фотобумаге и в полном цвете.
номерами все вышло отлично, а вот мистер Фьюжн мне совсем не нравился. Он был не очень похож на то, что было в фильме. И мы придумали новый вариант. Просто вылепили его из полимерной глины. Вот теперь мне нравится. Вот теперь похоже. Также ставим его на основание из покрышки, и все смотрится как надо. Покрышку мы потом сделаем чуть меньше, а самих мистеров фьюжнов мы изготовили несколько, в разных вариантах. Выберем самый подходящий. Также из глины мы сделали боковые трубы. Это элемент, по которому проходят провода под порогом авто. Изначально планировали поставить туда вот такие маленькие металлические трубки. Но все-таки масштаб был немного не тот. И мы сделали подходящие по размеру трубы из глины. Затем просто покрасим их в серый. Ну и под конец пришлось избавиться от задних форточек, которые мы уже приклеили. Дело в том, что у Делорена сзади не было стекол, а из форточек выходили разные провода и элементы двигателя. Делаем так же. Ну а это, наверное, самый важный элемент для путешествия во времени. Флакс капасита или конденсатор потока. Делаем мы его из какого-то куска старой микросхемы. Сверлим отверстия в определенных местах и вставляем в них оранжевую проволоку. В результате получаем наш микроконденсатор потока. Стоять он будет позади сидений, в том же месте, что и в фильме. И, конечно же, устанавливаем специальный рычаг для включения временного контура. На мой взгляд, все очень даже симпатично выглядит. Ну что, друзья, и на этом мы, пожалуй, остановимся, потому что если бы мы снимали все, то на это бы ушло несколько часов. Да, видео бы получилось очень длинным. Очень длинным. Вот, поэтому тормозим здесь и смотрите, какой у нас тут беспредел. Вообще капец. Это все у нас потребовалось для того, чтобы сделать машинку. Вот те самые куча проводов, вот тот самый клей. Все выглядит очень грязно и ужасно. Но главное, что машинка готова. И давайте мы на нее посмотрим. Ну что, наша восьмерка Делориан находится здесь. И вы готовы ее увидеть? 3, 2, 1. Ну что, вот он, тот самый спутник, спутник, который мы так долго делали. Смотрите, как это все выглядит. На самом деле получилось с одной стороны круто и прикольно, с другой стороны, конечно, колхоз полный. Знаешь почему? Потому что как бы DeLorean сама, она какая-то более плоская, а у нас эта машина более высокая получилась. Да, действительно, DeLorean, она немножко, у нее, ну, конечно, черты кузова совсем другие, но тем не менее у нас что было, мы попытались сделать. Итак, давайте, очень красиво. Да, давайте посмотрим поподробнее, что же у нас получилось. Во-первых, смотрите, у нас есть турбины из картона, так, которые подожди. Мы сделали. Так, турбины. Также... Давай посмотрим. Турбины, смотрите. Вот, это основной элемент. Вот, если что, сравните с реальным, но знаешь, что я заметил? Что ты заметил? То, что у оригинального DeLorean назад будущее, они немножко шире, чем вот. Да, я с тобой согласен. На самом деле, смотрите, у DeLorean вот эти турбины, они действительно шире. А все почему? Потому что здесь больше места, чем у восьмерки. У восьмерки здесь совсем все узенько, совсем мало места, поэтому пришлось нам их сделать вот такими узкими. Ну, потому что, во-первых, она меньше, чем вот эта машина. Да.
Ну, не суть, меньше-то меньше, но по масштабу вот здесь она узкая, поэтому наши турбины выглядят вот так. Они более узкие, Димон. Но зато они более вот такие, прям, знаешь, вот такие более длинные. Да, они более длинные, они уходят вот здесь вот сбоку, если посмотреть, они уходят прям вот так вот вниз на бампер и начинаются вот так более вертикально они идут. Также у нас тут вместо плутониевого реактора мистер Фьюжн, который мы делали из глины. Да, здесь мистер Фьюжн. Мистер Фьюжн — это тот самый отсек, куда загружается мусор. Также посмотрите. Это то есть двигатель его. Он открывался в фильме, и туда загружался мусор. Вот он выглядит вот так. Скажите, как вам, похож или не похож? Димон сказал, что мы его делали из глины, это действительно так. Вылепили сначала из обычной глины, и потом запекли это все дело в духовке. Да, и получился он твердый. Да, и вот здесь вот сам мистер Фьюжн, он стоит, вот там он видно, у него основание. Это основание, на самом деле, самый обычный диск от машинки, просто меньшего размера, вот к нему приклеено. Вот так вот. Кстати, сзади у нас, конечно же, есть фирменный номерок. Фирменный номер, да, на котором написано Auto Time. И фары. Вот это вот, кстати, отличительная черта DeLorean. У него очень интересные фары, вот такие в клеточку. Да. И мы их тоже сделали. Смотрите, вот здесь это видно, они прям один в один соответствуют. Интересно, кто задумался сделать такие стоп-сигналы в клеточку? Ну, наверное, сам Джон DeLorean. И еще, прикинь, их бы еще в строчку сделают. Так, дальше. Здесь у нас вот этот вот элемент, который отсюда идет из кузова, оттуда, откуда-то от механизма. Кстати, вы видите, там внутри очень много всего. То есть этого, это не попало в моменте, где мы собирали машинку, мы не стали это показывать, но там очень много элементов очень и деталей. Много, я вам так различные скажу. Провода, различные конденсаторы, какие-то трубки, какие-то непонятные механизмы. Да. Все это видно через заднее стекло, вот здесь вот. Все это на самом деле там есть, какие-то очень сильные провода. Вон там видно, да? Да. Все это присутствует. Так, а вот это что за штука? Расскажи, вот это вот синее, вот это что это такое? Это подсветка, которая была у DeLorean, которая, вот, видите, она тоже светилась, мы вам показывали. Да, вот, эта подсветка тоже была на машине. Не знаю, что она делает, но она именно светилась в фильме и делала этот эффект телепортации. Вот так. Да, вот так это выглядело. Здесь у нас есть вот такая вот труба, от которой вот я по которой говорил, да, то есть вот она идет вот отсюда, переходит да, в нее провода и уходит сюда, вперед. В подсветку, у чтобы... У нас примерно то же самое сделано. Что там в подсветку? Чтобы заряжать ее энергией. Да. Вот, получается, у нас тоже этот элемент сделан из глины, но потом покрашен, и вот выглядит как такая труба. Кстати, я могу показать самое крутое в этой машинке. Ну-ка. Опа! Опачки, мы пришли к самому интересному, да. Двери, чайки, на восьмерке сделаны двери, да. Чайки. Ну, по типу. Мы делали все наперекосяк, но у нас что-то получилось. Да, на самом деле, да, это все довольно криво-косо, как бы это и было на настоящей восьмерке из Советского Союза, на самоделке. Да, кстати, смотрите, вот здесь у нас спереди другого цвета кабель. Здесь он такой переплетенный и красный, да, если с той стороны он просто черный, вот здесь вот. Вот. О, Марти там гавкает. Здесь черный, то с этой стороны у нас он уже вот такой вот более цветастый, придает как бы виду. Я сделал специально, чтобы он выделялся. Ну, а здесь такой же черный. Так, про двери. Мы не договорили про двери. Смотрите, двери работают и открываются как положено. И держатся даже. Ну, в таком положении вверху они не застывают. Но они открываются, и их можно закрыть и открыть. А еще, знаешь, для чего эти двери? Для чего? Чтобы увидеть всю красоту салона. Да. Так, салон. Красота салона. Смотрите, двери открываются. И там у нас... Смотрите, я уже вижу, знаешь, что здесь? Что? Конденсатор потока и временной контур. Вот что у нас внутри. Тоже там провода, руль, конечно же. И вон там виднеется типа временной контур. Вон там вон серенькая штука. Временной контур — это то, на чем водилась дата, куда мы отправляемся в будущее или в прошлое. А теперь посмотри вот так. Так. Видишь там что-нибудь? Нет. Это пока. Конденсатор потока. А, вот здесь вот, да, конечно, у нас там есть конденсатор потока. Вот он там виднеется, оранжевенький такой. Это конденсатор потока, который тоже есть, который был в фильме. Это один из основных элементов. Он даже подсвечивается у нас. А вот здесь вот посерединке у нас есть такая ручка, которой они включали этот конденсатор потока, да? Да. Ну вот, вот так вот это все выглядит неплохо. Отпускай дверку. Чик. Ну да, такой Советский Союз небольшой. Так, здесь спереди, смотрите, фишка. У DeLorean вот такой вот интересный плоский бампер.
здесь нам удалось сделать с Димоном то же самое. На самом деле, это тоже подсветка. Да, это тоже подсветка, ну, как будто бы какие-то провода вот. Или что-то, да, вот это все светится. У нас, к сожалению, это не светится, но на такой машинке это было сделать очень сложно. А самый прикол, конечно, это вот эти вот двери чайки. Если посмотреть сверху, то сверху это выглядит все довольно жутко. Такие распилы, пропилы. Да, и ты забыл кое-что упомянуть. Что? Фары. Ах, да, фары. Фары мы вам показывали, когда делали, да. У восьмерки, как вы знаете, они просто прямые. Давайте я даже вам покажу. Вот. Вот, две восьмерки. Смотрите, вот это то, что было. То, что было это у нас. Это восьмерка и спутник. Да, вот то, что было. А вот то, что стало. Видите перемычки посередине? Это все сделано так же, как у DeLorean. У DeLorean фары тоже разделены на такие кубики. И вот здесь... Этот элемент тоже сохранен, я сделал специально такое разделение. А фары здесь используются от семерки, от ВАЗ-2107, специально выпилены. Вот, смотрите, кстати, да, две машинки, если рядом поставить, вот таким вот образом, то, по-моему, внешний вид преобразился. Было так, а стало вот так. Вот восьмерка. Да. Тоже неплохо выглядит, круто. А это восьмерка DeLorean. Спутник. Ну, блин, шикардос. Да, это спутник, Димон, ее уже называют спутник. Да. Открой две двери, покажи нам, как это выглядит, две двери, когда открыты. Хорошо. Так, во, зацените. Ну, разве не круто? Разве не круто? Да, круто. По-моему, даже очень даже неплохо. Напишите, что думаете по поводу этих дверей. Все работает, все держится, отпускай. Пуп, и закрылись. По-моему, крутяк. Да, вообще топ. А еще у нас есть подсветка. Да. Давай покажем подсветку. Окей. Достаточно просто соединить вот эти два проводка. Так, выведенные специальные контакты. И опа, контакты, смотрите да. туда. Да, давай, ну нам не туда смотреть, вот так лучше. Вот, получается, что у нас подсвечиваются вот эти вот все механизмы. И теперь их лучше стало видно. Как будто бы там работает реально плутоневый реактор. Да. Давайте еще раз замкнем. Хотя наши у нас мистер Фьюжн. Да, а еще вот так вот, если посмотреть. У нас там горит как раз-таки тот самый конденсатор потока. Да. Прямо посередине салона, вон он там светится, и все работает. Все работает, ура! Да, это был не самый легкий проект из тех, что мы делали, но это был один из самых интересных. По-моему, это был один из самых сложных проектов, которые когда-либо мы делали. Напишите, хотели бы вы себе заполучить такую восьмерку DeLorean? Я сам... Самое, что интересное, это уникальная восьмерка, такой больше нет ни у кого. Вообще ни у кого. На свете она единственная, вообще в единственном экземпляре такая существует. Так что, по-моему, это круто. Так что, друзья, пишите в комментариях, что думаете про эту восьмерку. Я думаю, что она крутая, но, знаешь, как я ее хотел бы заполучить? Как? В большом размере, в размере настоящей машины. О, может быть, мы когда-нибудь сделаем такое и в реальности с настоящей восьмеркой. Да. Пишите, как вам выпуск, как вам быстрый тюнинг. Мне очень понравилась эта тачка. Вообще классная. На этом даже у меня на футболке написано. Да, кстати, футболка. Футболка. У нас же даже специальная футболка есть с DeLorean, с рыжим котом. Это даже написано, то, что эта машина лучшая. Лучшая тачка, это точно. Вот такая классная футболка. Вот такой крутой DeLorean, вот такая крутая восьмерка. На этом все, друзья. Ждем ваших комментариев. Пишите, что думаете про машинку. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Да, а футболка, кстати, есть в магазине мерча. Ссылка в описании. omg.shop/рыжий кот. Ладно, все, давайте. На сегодня все. Всем пока. До новых тюнингов.